Добро пожаловать в игру «Знаки зодиака». Правила для всех одни, ничего тут плакать. А можно повторить? Вас очень плохо слышно. Чего остановились и стоятся неподвижно? Интересно, кто у нас останется живой? А вы будете умоляю, я хочу домой. А мне здесь очень нравится, как в садике, смотри. Морюшка волнуется, раз, два, три, замри. Вообще-то у игры есть название другое. Тише едешь, дальше будешь, вот по-моему такое. Да хватит разговаривать, игру вообще не слышно. И тут десятый вы бывает. Да блин, это так нечестно. Ой, мамочки, нам всем хана, точно всех угробят. А я дико извиняюсь, а нас вообще покормят. Ой, что это, печенька? Попробую маленько. А можно мне еще, чтобы наесться хорошенько? Граждане участники, сейчас буду вас спасать. Вот этот леденец нужно лизать, лизать, лизать. Уровень везения мы сами посмотрите. Иголку мне не дали, а в ответ вы проиграли. Я по жизни лидер, буду первый номер брать. Игра «Стеклянный мост». Твою ж да мать! Привет, мои подписчики, мы на игре в кальмаре. Скорее ставьте лайки, пока мы не упали. Внимание, финал прошли три знака зодиака. Пересмотри видос, чтобы стало все понятно. Ставьте ваши ставки, ставьте ваши лайки. А кто три финалиста, жду в комментах варианты.